Всем привет, с вами Прия. И сегодня мы поговорим о плаще, о легендарном, который нам всем понравился, который многие игроки уже раскачали до 15 уровня. У многих встал вопрос, как качать его дальше, будет ли его прокачка идти дальше, что мы будем с этого получать, и насколько это вообще тяжело будет сделать, нужны ли будут маски при прохождении видения или что-то типа такого. Окей отвечу абсолютно на все вопросы и расскажу о принципе получения дальнейшего левела плаща. Он будет апаться, будет с ним все далее замечательно. Не будет апаться, по-моему, по, по этому левелу, но будет апаться по своему уровню. То есть синяя надпись, голубая, она будет расти и расти каждую неделю. С этого мы будем получать по 3 сопротивления порчи. Что это нам дает? Ну, например, если пройдет 25 недель, то можно будет надеть дополнительную вещицу с третьими бесконечными звездами или с третьим сумеречным разрушением. 25 недель это много, но мы знаем, насколько сильны эти карапты. Каждую неделю по 3 единицы сопротивления порчи будет вырастать. С этим мы вопрос закрыли. Далее, что нужно для этого вообще сделать и насколько это будет тяжело? В целом это не особо будет тяжело получить. Нужно будет получить ядро порчи, которое лутается либо при убийстве Нзота, по-моему, в любом формате. Не знаю насчет ЛФР, но нормал точно вроде бы засчитывается. Либо можно просто-напросто пройти видение, которое должно быть пройдено на фул. То есть без масок можно даже пройти, но опять же лучше проходить с масками, потому что получаем дополнительную валюту в виде зараженных реликвий, которые нужны для покупки маунта и для просокичивания вещей. Проходим просто ведение на full, закрываем его, то есть там Т2 квартал, Т3 квартал, Т2 квартал, Т3 квартал и ласта убиваем. Я не думаю, что в текущем этом левеле, при текущем максимальном левеле плаща у кого-то возникнут с этим проблемы. Вот, если вообще у вас проблем не возникает, то, конечно, нацепить маски проблемой для вас тоже не будет, и при этом вы получите дополнительные зараженные реликвии. Суть их уже разъяснена. Ну и в целом все на этом. То есть киляем зота, либо проходим видение, получаем дополнительных три сопротивления порчи. Всех вам благ, счастья, здоровья. Надеюсь, вы справитесь с этой тяжелой задачей. Берегите ноги, мойте руки, не забывайте о ссылочках в описании. До скорого!